Всем привет, с вами Мастер Роботов Трансформеров, и сегодня у нас на обзор модель трансформера Родимус из серии Трансформеры Animated, издание от Такара Томи, 2010 год, модель выполнена в Deluxe классе, ее уникальный номер это TA-33. Невероятный стиль покраски этот, глянцевый. Даже не знаю, цвет марганцовки, наверное. Темная марганцовка. Классно выглядит. Оранжевый и вот этот фиолетовый или марганцовки цвет. Кто может его определить, напишите в комментарии, что же это за цвет такой. В комплекте он идет с двойным луком, в который вставлены два снаряда. Снаряды можно выстреливать. Да, вот. Когда вставляется, опускается вот эта часть. Красиво. Да. И прижимается, видите как. А когда отпускается, они наоборот поднимаются. Класс. Красиво сделано. Так, что у нас есть? У нас есть light piping. Да. Ох, какой синий цвет. Красиво. Голова вращается на 360 градусов, руки вращаются, поднимаются сюда, в стороны, и кисть даже еще вращается. Обалдеть, сколько подвижностей точек артикуляции на руках. Эти штучки у него интересно поворачиваются? Нет, не поворачиваются. Вперед нога, назад нога, колено, и плюс еще стопа может вообще быть максимально свободной. Да и вообще нога максимально похожа на, как будто он в кроссовках. Ну и давайте приступим к трансформации, ведь он трансформируется в достаточно красивый тип автомобиля. Для начала прячем руку вот сюда, вот таким вот образом. Затем выставляем вот так. Повторяем с этой стороны, прячем. Что-то с той стороны как-то легче получилось. Да, вот рука. Элемент. Далее нам нужно отцепить вот эту часть, вот так вертикально открыть кабину. Мы прячем сюда голову, открываем колеса и поворачиваем значок автоботов, и у нас сверху теперь двигатель автомобиля. Закрываем кабину, и он там может быть выглядывать. Эх, выпустите меня. Теперь эту часть мы теперь поворачиваем, выводим сюда, поворачиваем, выводим сюда. Начинаем здесь чудить. Так, подожди, вот здесь вот надо отцепить, да, отцепить и выровнять. Вот эту часть отцепить и выровнять. Поворачиваем это. А что? Да, надо повернуть. И после этого сюда. Выводим. Здесь смыкаем спереди. И вот тут рано сомкнул. Надо сначала было завести вот на этот пин. Да, все, на пин зашло. И поджали. Пин зашло и поджали. И теперь надо нам руки состыковать с этим элементом, но еще надо не забыть сдвинуть вот эти элементы с ног вперед вот таким вот образом. Это будет участвовать в качестве части выхлопной системы. Можно заметить, что где-то отсюда сюда и здесь выходят выхлопные газы. И вот наша модель очень красивого гоночного спортивного автомобиля, в который трансформируется Родимус.
можно наблюдать. Мне почему-то чем-то напоминает даже Lamborghini. Ну, такой максимально стилизованный под формат именно сериала Animated. Поскольку каждый сериал, каждая серия моделей имеет свой какой-то уникальный, неповторимый стиль и дизайн. Это связано с тем, чтобы каждая серия выглядела новой, интересной и запоминающейся. Оружие можно присоединить вот сюда. Так, как бы мне еще им не выстрелить между делом. Вот здесь ставится. Не дотянуть. О, все. Вот он теперь максимально вооружен и готов к любым перипетиям. Давайте трансформируем обратно. Начинаем с рук. Здесь нам надо отцепить вот эту часть. Как-то вот так вот. Вот. Выдвинуть сюда, отцепить эту часть, выдвинуть сюда. Ноги мы поджимаем сюда-сюда, отцепляем ступни. Дальше нам надо, по сути, только снять вот эту часть спина. Нога сюда. Так, это уже поджался опять. И сюда. Этот элемент сразу повернем и выставим сюда. Ногу здесь подожмем. Подожмем. Хорошо, красиво, интересно. Значок автоботов и двигатель меняем местами. Складываем колеса передние. Открываем кабину. И достаем его на оружие. Цепляем, и здесь вот у нас идет фиксация. Вытягиваем руку, открываем кисть, поворачиваем, вытягиваем. Да, вот здесь надо быть аккуратными. И последний штрих. Делаем сюда и выравниваем. Спина очень красиво складывается. Голову выравняем. И вот наш Родимус шикарно выглядит. Интересная модель. Замечу, разработана она к 2007-2008 году, но именно эта модель появилась в продаже к 2010 в серии моделей от компании Takara Tomy. Это был эксклюзив для японского рынка. На этом, в принципе, все. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки и приезжайте в музей. Всем до скорых встреч!